Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на канале Клубок Желаний. Я вяжу носочки из остатка пряжи. Уже связала пол носка, взвесила остатки и понимаю, что на пару 37-38 размера мне, скорее всего, не хватит. Короткие носки я не хотела вязать, поэтому я решила из этой пряжи связать носочки методом хеликс. Когда мы вяжем носки на обычных чулочных спицах методом хеликс, мы оставляем одну спицу постоянно не провязанной. Но когда мы вяжем вот на таких гибких чулочных спицах, как у меня, или на круговых спицах в технике Magic Loop, то мы не можем оставить целую спицу не провязанную. Что же делать? Я сейчас довязала, чтобы у меня обе нитки были в начале ряда, чтобы вам было понятней, и покажу, как я это делаю. Я сейчас провяжу черной нитью полностью одну спицу и вторую провяжу до конца, не довязывая несколько петель. Можете оставить 2, 3 или 4 петли, как удобно. Я оставлю 2 петли в конце спицы. Итак, я сейчас провяжу черной нитью 2 спицы, не довязывая. До конца второй спицы всего лишь 2 петли. Не довязала я до конца спицы 2 петли, и эти 2 петли у меня синего цвета. Я их просто снимаю на правую спицу. Перехожу на вязание второй спицей. Беру уже в работу синюю ниточку. Подтягиваю ее, чтобы у нас эти 2 петли не получились растянутыми. И продолжаю вязать синей нитью. Также провязывая всю спицу синей нитью и вторую спицу, не довязывая 2 петли черного цвета. Дохожу я до конца спицы. 2 петли черного цвета я не провязываю. Я снимаю их на правую спицу. Убираю синюю нить в сторону. И теперь беру нить черного цвета. 2 петли черного цвета я подтягиваю, чтобы они у меня не получились растянутыми. И дальше вяжу нитью черного цвета. Точно так же провязываю всю спицу. И следующую спицу, не довязывая 2 петли синего цвета. Дошла я до конца спицы, не довязывая 2 петли. Из-за того, что у меня пряжа секционного окрашивания, то у меня петли белого цвета. Эти 2 петли я снова перенадеваю на правую спицу, откладываю черную нить, беру в работу синюю нить, подтягиваю ниточку, чтобы петли не были растянутыми, и продолжаю вязать нитью синего цвета. И так у нас все время смещается на несколько петель то место, где мы меняем ниточки. Если вдруг нам нужно взять и довязать до конца, просто переснимите петли на другую спицу и довяжите черной нитью до конца ряда. Вот так.
И у вас аккуратно и красиво все получится, без всяких ступенек, без перехода ряда. Убавки в клине подъема. Посмотрите, даже они у меня не видны. И вот такой красивый и очень интересный носочек у вас получится. Если вам понравилось вязать вместе со мной, ставьте лайки, пишите комментарии. И я жду снова вас в гости ко мне на канал «Клубок желаний».